it be known that your brains are girls bust to the front, front. Let it be known, let everybody know that love has won, love has come. Let it be known that your brains are girls bust to the front, front. Let it be known, let everybody know that love has won, love has come. И снова всем привет! Меня зовут Александр Борисов, и я, как обычно это говорю, руководитель студии DanceCraft. Я хочу объявить о начале нового сезона! В этом году мы продолжаем танцевать наши направления танцев, такие как хип-хоп, джаз-фанк и брейк-данс. У нас в этом году снова есть большие планы. Первое, к чему мы начнем готовиться, это к нашему пати, DanceCraft пати, который будет проходить в ноябре. И у нас будут звездные гости из Москвы. И кто это будет, я пока еще не буду говорить. Пусть это будет секретом. Это будет отличный, замечательный праздник для всех наших учеников. Мы в этом году будем собирать большую команду для подготовки на Всемирную танцевальную олимпиаду 2015. А в этой олимпиаде у нас будут участвовать так, как и дети, так и более старшие ребята. Готовиться будут все, но выступать будут тот, кто будет готов. А также мы будем участвовать в различных базах, в различных городах нашего Подмосковья, Почногорск, Тверь, также Москва. Будем участвовать в чемпионате Dance Pro Federation. Поедем также, я думаю, в этом году на Тверь Street Jam, также на Street Dance в Почногорск. Следующее лето мы планируем сделать летний лагерь для наших танцоров. У нас будет отдельный отряд, где будут проходить различные мастер-классы от наших интересных педагогов. Также буду участвовать там и я. И вообще будет замечательный сезон! Да. Love has come, love has won. И как обычно, я хочу представить наших педагогов, педагогов студии DanceCraft. Хочу представить вам Александра Борисова, который будет работать с вами, со всеми детками, со всеми группами. У нас есть еще в этом году замечательный уже педагог, учитель танцев в свои юные года. Это замечательный, талантливый человек Анастасия Каськун. Но я все равно дышу тобой. Сейчас или давно, я все равно дышу тобой. Которая в прошлом сезоне участвовала в различных чемпионатах и также заняла первые места и стала чемпионом вместе со своей напарницей Натальей на всемирной танцевальной олимпиаде. Только не беги, только не беги от меня, только не беги. Анастасия больше будет заниматься с вами в стиле джаз-фанк, я буду заниматься больше хип-хопом. А также я хочу сказать о том, что в этом году мы продолжаем группу брейк-данса. Я хочу вам представить нашего педагога по брейк-дансу из Москвы, Артем Абакумов. Да, всем приветствую, дамы и господа, меня зовут Артем Бакумов, я представляю команду Поли Мигу, Стебрать Футбу, сам являюсь действующим чемпионом мира России и СНГ. Мои ученики также являются чемпионами России, Москвы, и самое главное, что ученики этой школы в том году, DanceCraft, стали чемпионами Москвы. В этом году мы с Александром посоветовались и решили сделать команду именно конкретно по брейк-дансу. Сразу тогда могут быть мальчики и девочки, и поэтому всех жду научить танцевать самый зрелищный танец 21 века. Администратор студии DanceCraft — это Наталья Пинагиева. Поаплодируйте. Я ждал тот час, чтобы сказать, как ты нужна мне. К
сердцу прижав, не уезжай, еле дыша. Я ждал тот шанс, чтобы... Сейчас хочу представить победителей в прошлом сезоне на различных батлах, чемпионатах и фестивалях. Ну, первых я хочу представить это Настя и Наталья, которые принимали участие на Всемирной танцевальной олимпиаде в Москве в номинации стрит-шоу «Дуэт» и заняли там первое место, получили золото. Почетное четвертое место, потому что у него были очень сильные соперники в Твери в батлах на 200 и джем. Поаплодируйте ему. Юрий у нас тоже сейчас постоянный участник различных батлов и он побеждает, но продолжает твердо идти к своей цели. Первые два года он пытался записать... Я можно об этом скажу? Да. Я вспоминаю, когда он пришел первый раз, он был совсем маленький. Он увидел все это, расплакался и убежал, просто убежал. Мама пожала плечами, вот она сидит, и сказала, тогда мы придем на следующий год. Он пришел на следующий год такой, с улыбкой такой, говорит, я готов. Зашел в зал и снова рыдать. И снова ушел, и мы ждали его на следующий год. И когда он пришел уже с третьей попытки, он уже остался и занимается у нас сколько? Третий год и имеет успехи. Катя Аргентина тоже у нас занимается уже сколько? Два года и тоже имеет успехи в различных... Стал два года назад, стал чемпионом на Всемирной танцевальной олимпиаде, занял там первое место. Дима Гузев, аплодисменты. Всех, кого я здесь представил, всех, кого я, ну, может быть, не представил, есть Даша, Егор, Дима, Настя, Кристина, Даня, ну, вот Саша у нас. Даша, ты так заметил. Они, какие они все юные, молодые, красивые. Не просто так сказать, что вот смотрите, какие они молодцы. Это люди, которые действительно трудятся, приходят, занимаются, не ленятся. И я бы хотел просто их как пример всем представить, всем нашим детям, кто только пришел заниматься, или те, кто у нас уже давно занимается. В общем, вы все пример для нас, ребятки. Поаплодируйте сами себе. Скажу, а мы благодарны Александру за то, что он нас научил, воспитал, дал нам дисциплину, вывозит нас на различные соревнования, где мы получаем огромный опыт, который нам в будущем очень понравится. Понравится. Поэтому спасибо большое Александру и Борису за его труд, за его терпение, за его трудолюбие. Мы его очень любим. И его яблочки. Итак, наш сезон начался, и те, кто еще это событие как-то пропустил, как-то, может быть, не заметил, я хочу пригласить снова к нам в студию, приходите, у нас есть разные группы, и детские, подростковые, взрослые, до 13 лет ребята занимаются с 5 до 6, 17.00 до 18.00, с 14 и выше ребятки занимаются с 6 до 7. Вторник, четверг,
с 5 до 7 наши тренировки. Ледовый дворец 2, второй этаж. Приходите. Мы здесь вместе с Артемом, Анастасией. Мы будем стараться научить вас танцевать. Ну и мы сами всегда тоже учимся, кстати. Я лично очень долго уже танцую, но я учусь. Еще буду учиться лет, наверное, 80. Ледовый дворец. 2. Тренировочный каток. Второй этаж. Танцевальный зал. И мастер здесь, в третьем. И мы с вами будем учиться танцевать. Всем спасибо! Наша студия находится во втором здании Ледового дворца, тренировочный каток. Я еще раз хочу пригласить вас всех в студию Dancecraft на наши тренировки. Приглашаем.